Доброго вечера. Еще раз приветствую всех. Сегодня я вечером готовлю помидорки на зиму. Маринованные помидоры в собственном соку. Рецепт очень простой. На 5 килограмм помидор нужно 5 банок литровых пустых. И на каждую банку 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка сахара и 1 столовая ложка уксуса 9%. Помидоры надрезать сверху крестом. Залить кипятком, тогда очень хорошо снимается кожура. Вот. И в каждую баночку простерилизованную сухую нарезаем помидорки, как душе угодно. Я маленькие по половинкам делала, большие на четвертиночки. Утрамбовываю половинку банки помидорами, кладу соль, сахар, уксус и несколько штучки, 2-3 душистого перца, горошинки. И снова оставшуюся половину банки заполняю помидорками. Ставим в кастрюлю с водой баночки, с холодной водой, на салфеточку. Доводим до кипения. Вот у меня сейчас стоит, закипит, и я буду 15 минут кипятить. Затем закатать и укутать. Вот такие у меня 2 полулитровые баночки. Сейчас их, не переворачивая, укутаю до охлаждения. И в холод. У меня кладовка. Всем пока. Хорошего вечера. Заходите. Буду рада видеть. До свидания.